Мобильный аккумулятор с двумя полноразмерными портами USB. В этом видео мы распакуем внешний аккумулятор от компании Бюро, модель BP10E, с емкостью 10 000 мАч. Устройство поставляется в фирменной коробке с европодвесом и комплектуется краткой пользовательской инструкцией. Аккумулятор выполнен в гладком пластиковом корпусе черного цвета с закругленными гранями и габаритами 13,5 на 7 см. Вес устройства 225 граммов. На лицевой стороне разместился логотип производителя и индикаторы заряда. Сбоку – аналоговая кнопка питания, а с торца – интерфейсы для зарядки гаджетов и самого пауэрбанка. Пользователям доступны два полноразмерных порта USB-A с максимальным выходным током 2 ампера, а также входной разъем microUSB и входной разъем Type-C. Возможно одновременная зарядка двух устройств. Заявленная мощность зарядки достигает 10,5 Вт. Внутри самого пауэрбанка установлен литий-полимерный элемент питания с энергоемкостью 37 Вт-часов. Для его полной зарядки требуется около 5 часов.